И снегу полно. Хрен подберешься. Утром показывала. Температура минус 17. Уже 20-чик. С той стороны там все завалено тоже. На машине не подъехать. Так, ну ладно. Пойдем на эту горку. С этой стороны еще не заходил. Ну вот, доползли. С трудом. Здесь что ли попробовать? Да. Идем дальше. Да. Навалило снежку, что-то раньше нынче зима началась. Попробуем отвал копнуть. Костерчик бы развести, но времени нет. Уж коли оказался в этих краях, надо попробовать. Так, нет, один на рукавице. Ничего не видно. Елки.
Неудобно-то как. Еще и очки запотели. Так, отложу пока камеру. Ну, вот дела вроде помаленьку налаживаются. Или пока нет, да. Какая-то вроде медная зелень есть. И вот кристаллики чуть-чуть поблескивают. Надо мыть. Так, ладно. Еще что-то. Тоже зелень какая-то и что-то где-то видел. Так, положим сюда. Здесь тоже. Ну вот, пожалуйста. Похоже на гранат. Ну да, гранат. О, вот еще один блеснул. Наверное, щеточка здесь. Ну вот и хорошо. Начало есть. Идем дальше. Эпидот, что ли, он зеленоватый. Ну, по-моему, разберемся. Вот тоже какая-то то ли порода, а тут рядом животки какие-то, может быть, с гранатиками. Тоже что-то блестит. Все в дом, все в дом. Это непонятно, что. Кусок земли, что ли? Ну, оставим. Оставим. Блеск какой-то есть, да? Тоже, наверное. Гранатом пахнет. Порожняя штука. Ну, где ты, солнышко-то? Здесь. Непонятно.
непонятно. Есть. Что-то есть тоже. Видно было, да? Вот здесь вот. Какой-то крестик непонятный. Есть! Ура! Так. То ли кварчик, то ли пидот. Все, перекур, холодно. Ну вот кварчик небольшой, небольшой прожилок. С карня. Золото, золото, золото. Шутка. Кто-то вот здесь поблескивает, оставим. Вот животка тоже в ней. В ней что-то есть. Если что, можно будет камешек разбить. Лучше видно будет, что там. Вот. А вот здесь вот небольшой гранатик. Что? Да, вот здесь вот, когда отмоешь, вот и животки тоже, похоже, гранатик сидит. Оставим. Ничего. Ну, это порода какая-то. А что на ней? Да непонятно.
Эх, костерчик бы разложить. Отогреть, да. В ямку в теплую спуститься. Как на Адое делали. Пожог пройдет. На следующий день спускаешься, хоть 30, хоть 40 градусов в яме теплынь стоит. Что-то поблескает, не снежинки же. О, гранатик. Гранатик, гранатик, ребята. Вот это хороший образец. Так, а чё же я с собой ничего не взял? Хотел проветриться просто. О, похоже, гранатов насобирал. Во, тоже маленький, но... Смотрите, какой... Интересный, очень интересный образец. Есть желание у кого? Приезжайте летом. Еще раз, пожалуйста. Ну, хватит. Пора домой. Я уже застываю. Собрался было домой. Нашел еще пару камней. Ну и как всегда, не хочется идти. А вот здесь вот что-то беленькое. Не кажется ли вам, что это кальцит? Мне кажется. Оставим. Оставим. Это маленький гранатик. Махонький. Кварц, что ли? Еще что-то.
есть. И еще. Ну вот как тут уйдешь? Никак не уйдешь. Опять мелкие гранаты. Вот кальцитик. Кальцит. А с этой стороны вот он, гранат. Вот тут же утка, в ней, наверное, что-то есть. Так, расколем. Блин. Ничего тут нет. Нет, есть. Вот тут вот. Маленький гранат. Ну, а такой булдыган с собой тащить желания нет. Вот тут же утка, в ней, наверное, что-то есть. Так, расколем. Блин. Ничего тут нет. Нет, есть. Вот тут вот. Маленький гранат. Ну, а такой булдыган с собой тащить желания нет. Ну ладно, последний раз стукнем. Вот эти пару образцов достанем. И все закончим. Понятно. Непонятно. Что-то стукнуло. Ну давай еще разок. Давай гранат достанем и все. И все, и все, все, все. Все, 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 уходим, уходим. О. Плохо вижу. Наверное, пидот. А может гранат? Вот теперь уже все. Теперь уже все. О, гранат. Ну все. С
Спасибо, хозяйка. Напоследок. Все, значит, больше не буду. Окей.